Игорь Полтавцев – известный музыкант, пианист. Юбилей, как и положено, артисту встречает на сцене. Перед выступлением разыгрывается в холле. Вы знаете, музыка для меня – это вся моя сознательная жизнь. Я обожаю этот предмет. С удовольствием отдал ему лучшие годы, не жалею об этом. И считаю, что это прекрасный мир, в котором стоит побыть любому человеку. Счастлив не только юбиляр, но и зрители Успенского. Теперь в их Доме культуры довольно часто выступают заслуженные артисты России, друзья и коллеги Игоря Полтавцева. И с каждым его связывает своя особенная история. Это уникальное явление. Очень одаренный человек. Очень, можно много говорить, конечно, очень образованный, знающий, потрясающий музыкант. Шикарный пианист, там понятно, и хор. То есть человек уникальный, который может играть все, он меня этим поразил. Для меня это очень важный день, и в день его рождения, и для каждого артиста самое важное, наверное, в день его рождения – это сделать концерт, то, что сделал сегодня Игорь. Поэтому я, честно могу сказать, я очень рад за него, счастья ему хочу пожелать всего, что это только возможно. И для него я хотел бы сыграть те несколько композиций, которые он очень любит. На сцене известные музыканты. Игорь, как всегда, за роялем. Но не только. В этот раз он выступает в роли конферансье. Блестяще справляется и с этой задачей. Он очень одаренный, как пианист, естественно, выпускник Московской консерватории. Он замечательный музыкант академический и прекрасный аккомпаниатор, когда речь идет о произведениях легкой музыки, эстрады, джаза. Как человек, он добрый, отзывчивый, он позитивный очень. Юбилейный концерт Игоря Полтавцева совпал с еще одним событием. 28 августа во всех учреждениях культуры прошли дни открытых дверей. Коллективы представили разные направления своей работы. Изобразительное искусство, мягкая игрушка, спортивные танцы, эстрадные танцы, футбол. Все многообразие, все пользуется спросом. Более 800 человек, мы вот сегодня, я думаю, запишем более 800 человек в наше формирование. У руководителей Дома культуры в планах еще много интересных мероприятий и концертов с участием звезд российской сцены. Мария Шматкова, Виктория Максюта, телекомпания «Одинцова».